Добрый день, житель города Ульяновска. Прошу вас о помощи. Меня зовут Татьяна. 17 ноября рано утром вышла из дома, где проживала, Майский район, село Белое озеро, Амельченко Алевтина Никифоровна. Возможно, двинул в сторону города. Прошу помощи, кто видел, кто не видел, кто, может быть, подвозил, кому, может быть, попало в объективы регистратора. Может себя не знать, не помнить, как себя и зовут. Была одета в зеленый пуховик, синие ботинки, сапоги бдутые, зеленая шапочка. Очень требует медицинской помощи. Дорогие жители, если хоть у кого-то есть хоть малейшая информация о местонахождении, прошу, пожалуйста, обратиться по горячей линии 8 800 754 52, либо 112.